Избавиться от опасных отходов и тем самым помочь бездомным животным. В Первоуральске уже в 13-й раз пройдет акция по сбору вторсырья «Утилизация». В этот раз экомобиль будет ждать горожан в центре Первоуральска. При поддержке Первоуральского новотрубного завода и благотворительного фонда «Синара» мы будем собирать вторсырье от населения. Это макулатура, металл, пластик, и на все средства, которые мы выручим, вновь передадим в приют для бездомных животных. Акцию по сбору вторсырья активисты общественного движения «Город первых» проведут 10 июля с 12 до 14 часов. Экомобиль для сбора отходов будет ждать горожан на площади Победы перед Дворцом культуры Первоуральска. Экоактивисты отмечают, макулатура, то есть бумага и картон, должны быть чистыми, а пластик будут принимать строго по маркировкам. Это первая, вторая фракции, а также полиэтилен. Кроме того, проведут сбор использованных батареек. Их волонтеры движения «Город первых» отправят на безопасную утилизацию. Также первоуральцы могут приносить корма и медицинские шприцы для Первоуральского общества защиты животных. Главная цель утилизации – не только помочь приюту, но и повысить экологическую культуру в городе.